Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Продолжаем видеообзор виды и сорта антуриума. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию антуриум Black Parish. Это мое домашнее растение. Если кто-то раньше смотрел наши видеоролики, то я рассказывала про антуриум, который попал ко мне совсем маленькой деляночкой. Она сразу как-то пошла у меня в ствол, и я ее пригнула к грунту, прикрепив вот такой вот шпилькой. Так она осталась. Я его так и прозвала — антуриум шпилька. Вот сейчас это вот такое растение, пышное, красивое. С ним поближе вы познакомитесь при обзоре. Приятного вам просмотра, всего вам самого доброго. Антуриум Black Parish. Сорт среднего размера. Листовая пластина крупная. С наружной стороны темно-зеленого цвета с глянцевым отливом. Внутренняя же сторона листа, наоборот, светло-зеленого цвета и на ощупь слегка шероховатая. Листья восковые, толстые, упругие. Предцветник темный. В начале цветения темно-красный, затем темно-фиолетовый. В конце цветения почти черный. Это особенность антуриум Париж, очень привлекателен. Цветы крупные. У взрослого растения достигает размера 15 сантиметров. Покрывало сердцевидной формы, слегка зауженное к низу. Антуриум Париж очень элегантный, утонченный сорт и в полной мере оправдывает свое название Black Parish.